Все, с Вашингтоном мы закончили. Так что спасибо вот этому дому. Пошли к другому. Руту поверните налево. Наша первая остановка хрен знает где. Поверните налево. Вообще пипец. Вообще пипец. Какой из них залить? Самый дешевый или? Количество здесь кофе. Вообще охренеть. Ну, вообще круто. Обожаю американскую заправку, наверное, даже больше, чем европейскую. Даже кринки есть. Мы доехали до прекрасного штата Нью-Йорк. Почти доехали до Ниагара Фоллс, как быстро заносит. И за 5 километров до водопада пробка махильная. Закроют на ночь. Его закроют на ночь. Его говорят, что 5 часов закрывают. Вот она сказала. И вот мы наконец-таки добрались до Ниагары. Блин, такой стульчик прикольный. И этот Пикачу, Пичемон, Капучино. Что это такое? Кто угадает? Пикачу! Вот там видно, охренеть, какой этот идет, да? Как будто там какой-то завод. А на самом деле это водичка. Сейчас скоро откроется перед нами вид величественного водопада. Ну, давай направо. Так много белок и такое суть зеленое, охренеть. А вот там Канада. А вот это мост в Канаду, который. Вау! Блять! Ни хрена не видно, потому что все в брызгах. Ой, как далеко идти, я думал прям сразу. Вот на этом кораблике мы будем кататься. А еще вот тут очень популярные вот такие туры. Как это круто! Надеюсь, вот туда пускают хотя бы. А это куда нужно идти? Так далеко нужно идти, обалдеть. Ни хрена себе. Вау. Просто обалдеть. Реально как телевизор смотришь, потому что такое еще, что здесь какой-то большой, блин, 16К экран. Там еще, наверное, больше, какой-то другой водопад. Почему здесь очень много индусов? Реальная картинка, блин, охренеть. Охренеть. Этот водопад, ну, из-за напора воды стачивается, то он немножко-немножко назад идет. А вот это граница, которая. Это, боже мой, сумасшедшая картинка. Ой, боже. А, как страшно. Капец, тут двери даже не подойти. Ничего. Ой, боже мой, как страшно. Под нами сейчас, не знаю, метров 100, наверное. Что ты хочешь? Обалдеть. А вот это остров Гоут. Но мы завтра его обойдем. Вот здесь прям водичку можно прыгать. Короткий путь до Ниагары. Пойдем ножки поможем ему помочь. Один шаг и все. Человек мертвый. Мне кажется, вот этого не нужно было вешать. Кто так сделает, он автоматически окажется вот туда. Отсюда тоже можно хорошо оценить, какой большой объем воды несется вниз. А вот местный Октоберфест. А, тут целые литровые стаканы пива. Ох. А еще прикольно, что они надели немецкую форму, действительно, да.
такую вкуснятину мы взяли на местном Октоберфесте. Почему-то так выглядит забавно на Ниагаре попасть на Октоберфест такой импровизированный. И вот попробовать такую вкуснятину. Ну, не знаю, наверное, это будет вкусно. Все, мы началось в Вашингтоне аж. Ой, блин, как вкусно было, охренеть. В Октоберфесте побивали, Ниагару увидит. Если потанцевать не удалось. Завтра потанцуем. Завтра будет продолжение Октоберфеста.